все сравнивать. Ваня, усвоил. Ромочка, иди Люсю загони. Сегодня такая погода отличная. Быстро идти, да, встал. Мы идем на вокзал. Вот такая вот чистота, простор для глаз. Ни одной бумажки. Сейчас, Рома, потише магнит, мы уже половину пришли. А придем, как там вообще будем ждать. Куда мы, Люся, идем? Мы расскажи свои ощущения. Визу в Эстонию. Поставили эстонский штампик. Теперь едем обратно в Питер. Забираем велосипеды и садимся в поезд. Едем на начало веломаршрута. А почему ты не рассказываешь никому, куда мы едем? Я суеверная. Сначала приедем, потом расскажем. Это жилой дом с водонапорной башней. Визитная карточка города Нарвы. Абсолютно автономный умный дом. Жилой. Правда, сейчас уже эта водонапорная башня не работает. Но я так понимаю, под давлением туда вода загоняется и циркулирует по всему дому. Сам себя дом обеспечивает. Ну и пусть там еще будут солнечные батареи наверху. Нарвская эспланада. Ну как же вот так все, вот прям вот чистота и порядок. Чище, чем у меня дома, если честно. Скажу я вам по секрету. В моей квартире сейчас намного грязнее. Ну, хотя папа сейчас все уберет. Вот. Рома, давай поиграем в шахматы. Известный эстонский шахматист. Гроссмейстер. Кто побеждает? Непонятно. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете об Ижевске? А мы оттуда. У нас есть много школ. Прошли. Нам нужно было пройти до автовокзала 2 километра. И вот сейчас осталось 600 метров. Рома, что у тебя такое в руках? 10 минут. Рома Штурман. Пауль Керрис. Известный эстонский шахматист. Пауль Керрис, это не я. Ну, Люся, расскажи что-нибудь. У нас влог. В общем, я извиняюсь, конечно, перед своими подписчиками, но мне так не хочется писать, поэтому я буду говорить видео, и вам придется смотреть видео. Вот. Если хотите знать, конечно, что у нас происходит. Потому что глаза отдыхают. В этом сразу нельзя. Хотите что-то строить? Ну вообще, как можно это описывать? У нас ведь такая прогулка. Ничего особенного, сверхъестественного не происходит. Обычная бытовуха путешественника. Я же не могу себя снимать сама. Вот это я. Я зовут Лена. Я не могу сидеть дома. У меня в одном месте шило.